Известный хирург из Москвы Петр Владимирович Царьков поделиться своим уникальным опытом с местными хирургами приехал уже в третий раз. Сегодня он намерен продемонстрировать медикам нашего региона особенности сложнейших лапароскопических операций на толстой кишке. Ведь в последнее время число пациентов с заболеваемостью прямой и толстой кишки в нашем регионе неизбежно растет. Вносит свою лепту в статистику соседства с металлургическим комбинатом. Я хочу сказать, что число заболеваний толстой кишки во всем мире, и я полагаю, что ваша страна и ваша область, особенно в соседстве с металлургическим гигантом, не исключение, а скорее лидер здесь, в Казахстане. Если в мире есть такое соседство, то заболеваемость раком толстой кишки, она как бы все время, да и другими заболеваниями толстой кишки, она все время как-то поднимается. Принять участие в мастер-классах удостоились ведущие специалисты в области колоректальной хирургии со всей области, а также студенты Карагандинского медицинского вуза. Сам мастер-класс не случайно решили провести на базе Темиртауской центральной больницы, где есть возможность проводить подобные сложные операции. Приехал сегодня на встречу с московским хирургами известный в регионе хирург Сергей Лохвицкий. Говорит, это та операция, на которую стоит посмотреть и поучиться. Подобных операций в Казахстане не делали. Вот очень хорошо, что это проводится в Темиртау. Здесь профессор Шакеев, который сейчас работает здесь, он остается профессором в медицинском университете. Сюда старшекурсники идут, чтобы это все могли увидеть. И с тем, чтобы здесь в этой больнице Темиртау могли осваивать новые варианты операции. Операции вообще лечения вот этих тяжелых заболеваний. Открытая операция в центральной больнице Темиртау началась в 2 часа дня. Затем, как она проходит, наблюдают наши хирурги. За 2 дня планируют прооперировать 3 человек. Они приехали на операцию из других городов. Выбирали пациентов по сложности диагноза. Так, чтобы наглядно показать, как можно восстанавливать здоровье самым сложным больным. И доказать, что человек может жить даже с удаленной толстой кишкой. К сожалению, на сегодняшний день, как сам колоректальный рак, идет тенденция к увеличению. Он из 4-5 места уже начинает лидировать в зарубежных странах, и у нас тоже имеет тенденцию. Также поражение толстой кишки, как язвенный колит. Ранее, в 80-х годах, это была казуистика, редкость. На сегодняшний день больные часто встречаются, где-то в среднем год по 5-6, а и того более больных оперируются с язвенным колитом, причем с осложненными формами, причем заболевают молодые. Учиться делать такие сложные операции темиртауские хирурги будут в течение 2 дней. Петр Царьков уверен, что наши специалисты смогут быстро перенять опыт. Все зависит от желания и квалификации. Главное, говорит профессор из Москвы, что в Карагандинской области теперь есть возможность проводить такие операции. И сложным пациентам не нужно ехать в поисках специалистов за рубеж. Анна Калинина, Владимир Пороховой, новости Темиртау.